лучших друзей. Проходите, следующий кто-то. Ты танцевал с подругой моей. Так, ну что, ну ложьте на весы, что вы стоите? Ну и ручную кладь ложьте, ну что? Ложьте, ложьте, ну. Да, гражданин, а вы знаете, что у вас это? Перегруз груза. Да какой тут перегруз? И что делать? Разгрузить перегруз груза. Логично? А как же я его вам этот перегруз груза разгружу, если это черешня? А вот куда хотите, туда и перегружайте ваш перегруз груза. Слушайте, а может... А, давайте я его в себя сейчас перегруз груза перегружу. Давайте. А вот это отсоветуется. Был случай в прошлом году. Тоже перегруз груза, но Гербалайф. И вот пассажир съел 2 килограмма Гербалайфа и в полете начал вдруг катастрофично худеть. И похудел на 180 гг. Так? А так как весил он 60 гг, он, значит, взлетел и сразу же прилип к потолку самолета и мешал летающему средству, так сказать, сесть. Пришлось человека поймать, с потолка снять и насильно картофелем, салом откормить. А вы говорите в себя. Вы лучше знаете что? Вы лучше в нас. Перегрузите ваш перегруз груза. И все. А ешьте. Нате. Ешьте. Вот спасибо. Гражданин, а все равно перегруз груза. Ну-ка, что там у вас еще может интересного есть? Так, вот что тут. Колбаска. Нет, ну что там, бля, я... Там что? А вот, вот. Вот, это же курточка. Не куртку взял. Курточка. Вот, смотрите, нет никакого перегруза груза. Счастливого полета, гражданин. Вот так. Нет, а что она весит? Не вот, гад. Ну, взял бы гантели, а. Забрал курточку. Хай бы тебе.